Вступай во фракции, будь в банде. Крутые тачки. Аризона 5, сервер Liberty, промокод Лахма. Вступай в нашу семью. Ссылка в описании. Остановочку делаем, братья мои дорогие. Еще. Братья приколи. Мазидаги, братья. Он их куда скинул, света как, братуху. Савали. Давай, пойдем заберем их, вот аккуратно отсюда вниз спустись. Ах ты, чепуш. Ох, вышли. Я тоже вышел, и чё? Ай, прикинь, до наших сняли. Лучше мне как раз ревик нужен. Очень. Отойди, Лахма, я их подниму, у меня шприцы есть. Отнимаешь их, уцы. Человек навык начал оказывать ПМП. Сразу стяжки тоже одеваются ли на них? У меня же стяжек не стояли. Руки за голову, дурачок. Да вы что, угораете? Мы не угораем. Ситуация патовая, тут даже делать ничего не буду, давайте. Какая ситуация? Прямо. Патовая, что означает? Патовая, давай да поучим вместе с тобой русский язык. Что такое пата? Ну, неприятная такая, конфузная, понимаешь? Конфузная, ты в натуре конфуцин же есть. Подними-ка вот это вот. Сейчас я его подниму. Такой патовый, да ты? Салам алейкум. Алейкум, мама, вот поймали бобжика. Ой, блин. Присаживайся в этот Rolls-Royce немедля. И ты тоже в Rolls сел, ты выбритыми висками. О, кто шваляет? Вот что она засада. Давай быстро в Роллсы! Сотрудник, слышишь? Слышу, слышу. Как дела? Бомба. Вообще. Куда едем? Подвал. Подвал? Может, не надо? А ты слышал за легендарный подвал? Легендарный подвал? Ну-ка, расскажи. Ну, ты слышал вообще за этот подвал когда-нибудь что-нибудь? Не-не-не. Туда попадают такие, как ты. Угу. Такие, как я, это какие? Такие, это чертовские мусора. Эй! А что чертовские-то сразу? Ну, а какой ты? Наших братьев сажаешь, обижаешь. Кто я? Угу. Я ничего не делал. А вас послушай, вы никто ничего не делаете никогда. Да не, я его знаю, человека не того, по-моему, взяли. Ну ты же в органах работаешь, правильно? Ну я работаю, но я не сажаю никого, я ж просто сижу там, типа, ради зарплаты. Да, да. Сам понимаешь. Расскажи, у нас тоже зарплата есть, но ты же у нас не сидишь. Так потому что не приглашаете. Ну а чё приглашать? Приди, попроси. Так патовый. Нету никого. Ты патовый мусор, да? Получается. Конфузный такой. Ты вот такой, да, у тебя словарный запас богатый. Ну да, да. А с чем это связано? Ну, читал много. А почему читал, сейчас не читаешь уже? Ну да, больше не читаю. Почему? Так я слепой. А как стрелял тогда, перестреливался сам, если слепой? Да я не знаю, понимаешь, я пушку, короче, со спины достаю и начинаю во все стороны просто шпалять на это, несмотря даже. Да мне смотреть нечем. Ты, конечно, анекдоты рассказываешь тебе еще. Ну да. Патовый, короче, да, ты? Этот в субботу, короче, у меня будет Comedy Club свой личный. В амфитеатре, приходите. Серьезно? Ну да. Во сколько? В 17. 17:00? Да. В амфитеатре, да? Да-да-да. Ну все, а еще кроме тебя кто-нибудь будет выступать? Да, я не знаю, там, по-моему, больше нет никого. Знаешь, чисто сольное выступление. О, Махамад как все приехал, смотри. Давай, выходи с машины. Все, вылазим. Поехали. Mm-hmm. Броник с... Ах, тело смотри. Такой же, как и ты, да? Да че я нулевым? Двоих ваших положили, это уже успех. С учетом того, что я стрелять особо да и не умею. Учитывая то, что ты слепой, да? Ну да, да, так-то уже большое достижение. Ой, никого нету, что ли? Да, непривычно, да, уже? Раз в год они появляются. Так, че там, на пол? Лечь сесть. Да не, всего, не, да, стой, как... стой, стой. Рассказывай нам какие-нибудь там, вот представь, что ты уже на выступлении. Анекдоты их учите? Да. О, фары! Ну это уже, вот это уже реально на выступление больше похоже. Сейчас, ну-ка, целый всех театр собирайте сюда, сейчас устроим, короче. Анекдотную. Потихоньку пока начинает тренироваться, там что-то как-то накидывать, какие-нибудь фразочки. Сейчас здесь такая толпа соберется, и сейчас стадион соберется. Лужники. Уже люди подходят, там билеты продают. Сейчас целый 5-й Б придет сюда, будут на тебя смотреть. Всем салам алейкум. Валейкум ассалам. Это кто у нас, Лахма? Это у нас какой-то актер, слепой актер. Ну да. Джордж Лейдж. Сам ха-ха раскачивает, сам смеется. Че ха-хало это? Он такой чуть на голову тронутый. Ну да, есть немножко. Сам с собой, короче, да, Лахма? Че-то да, не получилось. Давай выступление, которое в субботу у тебя планируется, покажи нам.
У меня еще очень плохо все подготовлено. Ну хоть как подготовлено, давай вот так, у тебя все равно даже еще, так, такой толпы не соберется. Тут еще хихи-ха-ха, короче, еще это не подготовил я. Все по кайфу делай. Расскажи что-нибудь, развесели нас, если хочешь уйти отсюда. Сам с собой разговариваю, чтобы ха-ха-хихи сделать. Сам на себя наедь и задний кинь, да? Да-да. Подождите, у меня голоса в голове разговаривают. Голоса в голове. Моего дружка привезли. Вау, отлично. Повторяю, сотрудница есть на базе? Хам-хам. А я что знаю, я не работаю. Я после тюряги засвистел, прикинь. Да не говори, да. Сюда смотри. Вот его дружок, брат. Где у тебя? Я тебе говорю, ты кого привел, заводи его туда. Ты понял, тюрьма со мной что сделала? Я в жизни кошку не обижу, брат. Смотри, Камбу уже скрутил одного приколида. Даже... Доброго Камбу вы зачем довели до этого? А его прическу смотри, да. Я же за это его хлопнул. Я тебе говорю. Где написано, что прически такой нельзя? Где, покажите. Надо сорвать с него. На его бородку смотри, да как братуха. Такой в натуре в Анапу отдыхать поехал, не? Слова отвечаю. Такой в натуре чекунишка, есть такой бородочка, не понял? Да. Подрезанный такой, выбритые виски. У которого на коже немножко еще аллергия, прикинь, от этих притяжей. Да-да-да, ну такой, да, типичный кофан. Тебе даже не знаю, что ему сказать. На него смотрю, у меня столько слов в голове, что ни одно не выходит. Даже-даже. Там бояться? Тебе не бояться, тебе плакать надо. Это же его парень, как он не будет знать его? Позвал меня ты окружать, парни. И что, вы вместе двигались, да, говоришь? Да, ну да. Они уже залетели сюда. Куда, в дом? Второй раз не получается. Да, они уже... Они никогда... Тихо, аккуратно. Камбу, туда не выходился. Я тебе говорю. Убегай, брат. Не очкуйте, братья. Камбу уже погряз в этом. За слова отвечаю. Камбу начал двигаться по темной. Да-да-да, вынудили, брат, если вынудили. Опять тут тип с рацией вот это будет. А макро где, оружие где, где вообще все? Вообще без понятия, брат. А их кто положил? Волны кушают. Они сами легли. Им тоже лишь бы лечь не доуцы. Да-да-да, такие лентяи доуцы. Вообще-то мы боимся. Подвал не пушим, подвал не пушим. Пушьте, пушьте, подвал, по одному заходить. Салам алейкум, лохмадю. Ва алейкум, салам. Когда мусора не залетали, не? У них в фибах там дверь открытий чертей. Мусора. И чё, как тебе обстановка? Прикольно? Мусора. Это первый раз такой. Тебе ещё лишь не будет, брат. Это тебе еще повезло, все добрые. Да, я так-то тоже не агрессивный. Тебе повезло, что варварем конец сегодня. Если сотрудничать, еще веселее будет, брат. Да, да, да. И Ахмада Машинки. Слава отвечаю, это что за комбо? Ахмада Машинка жесть и варваренок жесть, которых задом ставит мусоров. Обмен заложниками. Сотрудницу привезите, мы его сотрудничаем. Залетайте, залетайте, братья, залетайте. Что за братья? Залетите, так и улетите, дурачки. Братья, ключи прикинь. Братья, как братух. Эй, слышишь, это моя фишка, я тут комик, между прочим. Аглям вас, аглям вас. Ва, Мухаммада положили, брат. Мухаммад. Так и не настигнул никого и умер, прикинь. Да, слава. Его хоть и повалили, но гирлянда все равно горит, он заряжен. Да. Нам порох есть еще. 22.05, брат. 22.05. Мухаммад, вставай, сотрудницы приехали. Тебе умирать нельзя. Ему надо, чтобы рот-рот дыхание сотрудницы. За слова. Вот она как раз сотрудница Рашид нас приколи, да? А, ну на. Сестра, сюда иди. А, Мухаммада подними, вообще веселуха будет, брат. Убил одного. Мухаммад резко привстал, прикинь, посмотреть, когда ты сказал. Я опять умер. Голову поднял, прикинь. Эти гирлянды тухнут, братья, надо резко его поднимать. Я тебе говорю, Мухаммад, его гирлянды. Какой анекдот, уцы. Всегда, когда сотрудницы подходят, Мухаммад отлетает. И броники заканчиваются. Дайте я дайте. Патроны заканчиваются, и броники, ребята, сейчас нас зарашат, попросите подкрепление. Накидал. Камбу, стой, да, брат, возьмись. Я постреляю не чуть. Эй, смогу я парамедию. Ничего, что у нас здесь заложники ваши нет. Вы так и будете продолжать? Нам подкрепление нужно, мы уже не тянем. Отходи, ребят, Али. Подкрепление нужно, нас сейчас повяжут. Накидал. Давай, 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 выходи, выходи. Поднимаешь? Как думаешь? Эй, мы можем сами, по-моему, уже их запушить, нет? Убил, залетаем. Не, брат, зачем? Мухаммада подними. Мухаммада, а вакар их много, да? Мухаммада подними туда, у кого есть этот шприц. Шприц у кого есть? Залетаем, Много их, да, там, Абубака? Залетайте, Лей, помогайте мне. Помогайте мне, не помогайте.
Их на мушке держи, брат, двинуться, стреляй. Уходи, уходи, брат, уходи, уходи. Убегаем, братья. Уходи, 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 уходи. Сюда, 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 сюда. Вась. Идем подвал, идем подвал, идем подвал. Идем сюда. Эй, там Пахама так и бежит, да? Да. Эй, нас очень мало здесь осталось, нас сейчас повяжут, пацаны. Не открыл, братичка. Надо заходить полностью. Эй, лучше защиту брать, Хамбу, лучше отойди, а то у нас здесь три человека осталось, брат, их там толпа нереально. Вместе с мусорами, да? Да. Этих сзади держи оружие, что туда все... А, не всяшка, да? Да, да, вот. У меня патроны заканчиваются. Сюда что, пол отдела приехало, что ли, уцы? За стола, ты что, там нереальная толпа их. Что, наши не могут потянуться, что ли, снаружи? Проси, да в чате есть там кто-то? Не выходи, брат, пускай сами рашат. Фара, ты нам нужен, уцы! Да-да-да-да-да, сотрудницам качать. Да, иди назад делать. Братья, мы же оставили этот... Как мужчина выскочит, Фара? Лахма! А-а-а! Шира. Чё за хаха будет, если вы все умрёте, я снова в тюрьму попаду, не? Учительница, иди. Ты как не хочешь в эту тюрьму приколить? Я лучше умру, уцы, как мужчина здесь. Прикинь, они всех нас не поднимут, тебя одного поднимут, Камбу. Даже? И опять на добро. Я сейчас только об этом думаю. Лео, цы. Фара, фара, держись. Я на три закон не стану, уцы. Очень много, нас три человека, мы не вытерпим. Чё за полк, Ахмат, уцы? Словачи, если они толпы ломанутся сейчас вот так, это не ха-ха будет. Вообще. Этот мужчина должен сделать три вещи за жизнь. Абибас, лайк и римок. У тебя что, время есть анекдоты рассказывать, что ли? Смотри, если нас вязать будет, я тебя за собой заберу. Какой кожаный дрон, да? Напишите, что приехали сюда. Кожаный дрон. Чья была идея сюда приехать? Кого-то была, кричали, потянутся, не потянутся, на хате такой толпой сидели, раскачивали за этот подвал, в итоге мы здесь троем. Я вот думаю, угрозу сзади ждать или спереди, вот уже здесь даже у меня суета, прикинь. Да нормально, они сняты. Настолько все плохо, прикинь. Это нефар тоже может сзади засадить же, вот сюда. Слова отвечают. Потом, брат, в город не выскочишь, бля. Ахмат, тормози, давай! Я его как накалил, уцы, я тебе говорю, по БГ от первого вспомнил. Каких, брат, еще 20, по-моему, не? Да-да-да, их очень много. Фара, без ха-ха говорю, набери да к ней, пускай да поможет. Натуре, я тебе говорю, Фара, ты и так уже развелся из-за нее, набери, скажи, отводи, ребят, что за суета, дай мы выйдем, ай, ой. Я за тебя тоже качал, скажи, своей толпе, ты за меня раскачай, скажи. А, вот. Все, наши приехали. Габа, где Габа, братья? Серьезно, наши приехали, да? Говорят, да. Они пишут, а вот помощь Габа, нужна. Помощь нужна. Это наш, что ли? О, не-не-не-не-не. Наши на улице, походу, с ними шмаляются. Уцы, мы на туре шмаляемся, как будто у нас оружейный магазин есть вот здесь внизу в подвале, жесть. Да, слова отвечаю. Пара чеки для беспалева. Беспалева, прикинь. Да-да, с его маской. Да не, я не пойду. С его маской двухсторонней. Да. Давай, Фара, делаем. Эй, Фару потеряли, нас здесь два человека осталось, отходи. Фара. А, так там Лахма, что ли? Маджу. Это кто? Black Magic! Да, наши не едут, что ли, уцы? Magic! Эта авантюра как плохо закончилась, походу. За слово отвечаю, когда Фару потеряли, как так грустно стало. А на каких травках, скажите, по-братски? Black Magic, вы не хотите? Black Magic! Никогда. Кожаный дрон не запускают, что ли, они стоят? Блядь, это пиздец, вот, ну Лахма, это реально, это, блядь, святое место сюда постоянно ездить. Ну ездите, блядь, на маяк, вы заебали с этим домом, блядь. Кожаный заговорил. Алло, убивайте, вы что делаете, алло? Пичков забежал уже. Я с улицы, они убивают. Аза, информацию дай, много там человек? Их очень много, да, крыша человек 5 сидят. А здесь, который в комнате? Там двое. Лахма. Двое? Аза. Да. А? Тебя дядька, начальник отдела, что ли? Ты здесь как оказался, по-братски? Я ломанулся. Ты не играй, брат. Ахмат, армазировал цы. Одному не снуться. А ты, все сняли. Лахма. Кожинку снял, да? Кожинку, я тебе говорю. Здесь уже минус два уцелели. Он смеялся по приколу или чё? На улице их очень много, они полностью окружили здание, наших не подпускают. Я на грачи сюда ворвался. Напишите на дисконте по-братски, чтоб сюда приехали, они толповые. Ладос, ара, контроль. Пишут, толку. Скажи, Камбу не хочет тюрьму, братья. Пускай все наши собираются, кто спит, пускай заходит. Эй! Отойди, 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 не закрывай дорогу.
А, подожди, это наш, прикинь. Пацаны. Эй, чё за суета? Их чё, наверху никого нету, что ли? Питер. Есть, брат, толпа, брат, я соскочил, брат. Нереальная толпа, да? Да. Питер моему примеру последовал, да, брат? Я бежал сюда, прикинь. Я мусорам говорю, чё, где стреляемся, где помощь нужна? Нормально. Ты дурачок, чё бы он не сказал, хохолович, что ли? Толпой, раз, два, три, зашли. Бля, сразу убил. Раз, два, три, кричит, приколи. Хорош. Эй, камбу поднимите, братья. И нас еще два человека осталось, что ли? Поднимай камбу. Я не могу. Это в натуре кожаный дрон не сдается, что ли? Давайте. Какие восемь? Ты че мульку кидаешь, нас здесь трое? Ну считайте, что восемь, да. Ура, давайте договоримся, братья. Мы с мусорами не договариваемся. Зеленый коридор зачем? Ваши условия какие, поговорите. Ну, здесь ваши люди, вы никак не можете запушить. Это так, понятно. Вы даже никак на условия. Скажи, ты что хочешь? Ну, он хочет, чтобы нашего брата Камбу никогда больше не сажали. Все, я понял. Давай мы сейчас, я сейчас поднимем руками, зайду, пообщаемся, да? Не, держи, Ханза, держи. Давай поговорим, хорошо, давай поговорим. Я сам буду поднимать руку. Давай. Поднимай до столового его. Стойте, не трогайся. Это Обер. Обер. Вот Обер приехал. Мацурчик, поднимай камбу. Встаньте, кто-нибудь, пожалуйста, на ход. Ай, Обер, гигант. Держим. Пожалуйста. Камбу с возвращением у Ци. Я снова в игре. Эй, я тебе говорю, ляла, мам. Аптечка есть в комнате, аптечка? Да, поднимись, я тебе дам, брат. Вот, на пол скинул, возьми Ци. Я тебе сейчас сам дам, Ци. Знаете, я даже побрался. Да вас жалко, бедолаг. Залетаем. Они сразу хилят, Ци. Заход. Держите. Кто мужчина спускается, давайте. Давай, проходи. Раз, два, три, делайте. Хорошо, держи. Еще. О-о-о. Мясо. Закончено. Раз, два, три, колычки. По-братски, дайте аптечку, не? Наши с улицы работать не хотят, что ли, я не могу понять. Русские взяли золото. Работали. Мирослав, дай аптечку. Последнюю потратим на вот. Мирослав. Мирослав, ты в натуре Мирамистин здесь. Я хотя бы, в отличие от тебя, горло лечу. Горло лечишь. Ты не вылечил его, походу. Я-то гланды ударил в свое время. Я тебе говорю, Махач, вроде. Махач, я с тобой приехал. Так, кому что надо, бро? Ай, бро, подкрепление прибыло, бро. Сейчас я разберусь, подождите, пацаны. Махач, аккуратнее, уцы. Свои, не стреляй. Как я его поднял? Махача курочка, что ли, в правом кармане уцели. Как, братуха, как туда выскочил на умах? Нас на туре в этом подвале все больше и больше. Их тоже поднимайте в заложники. Их тоже поднимай, Абарк, за слова отвечай, поднимай его. Кто там уцели, раз, два, три? Дожди. Эй, неформалы, бля, выходи. Эй, Лахма. Ежим моим, бля, раз, два, три, и резкает он на небесах, понял? Да. Такая суета у них была. Эй, Лахма. Не дури. Отводи людей. Да отводи ты людей. Ну чё, я могу зайти. Слышишь, Лахма, я прикажу. Давай поговорим, не стреляйте в него, заходи. Идём пообщаемся, заходи. Отойди. Боец, отойди обратно. Давай. Эй, вдвоём зачем? Я один, брат. Кого вы меня похитили? Зачем вы так делаете? Я думал, вы люди слова, слушай. Да ты много я думал, вы люди слова, оказывается. Оказывается, вот ты не такой, да, Лах? Что я делал? Я же тебе сказал, спустишься, тебя не убьют, 100% гарантии. Тебя не убили, все. Какой ты переговорщик? Да, при чем тут это? Ну, мы договаривались, что тебя не убьют. Да, я думал, мы с тобой поговорим по-мужски, разъясним ситуацию, что такое. Лахма. Это что за имам Шамиль переговорщик у Цуи? Не, Лахман, ты вообще что-то некрасиво поступаешь. Ну смотри, сколько у нас похищений госсотрудника? Какие у вас расценки, я же не знаю тоже. Лахман, какие у нас расценки? У нас бешеные, у нас завышенные, у нас тяжелый люкс. Много мы не сможем дать. Ну что там? Тогда разговор закрыт. С каждого по сотке, ну смотри, сколько у нас здесь. Их трое, я переговорщик, 300 тысяч.
Вчера этот пацанчик меня больше давал, не? Да. Какой пацанчик? Шериф вчера 2 ляма дал, чтобы отсюда выйти. Ты мне хочешь четвером за 300 тысяч все, что ли, выйти? Но... Да, шерифы это еще те, бля. А у них денег много, а мы в городе живем. Ну, набери тогда долганись, да? Подожди. Че говоришь, Лахма? Че говоришь? Позвони, говорю, шерифам в долг залез. Тебе надо было заранее позаботиться о сумме, прежде чем сюда зайти. Ну, откуда я знал? Надо же. Я же пришел поговорить, а человек от меня уже саму привезет. Я по рации ему передам, а он привезет. Ты просто отпусти меня, чтобы я мог нормально разговаривать, а то мне так не нужно. Переговорщик живой, да. Да переговорщик живой, они отпускают меня просто. Ну, делаешь, что общаешься. Но они не дают общаться нормально, бля. Он не умеет общаться. Позовите другого. Но... Да, у него навыков не переговорщик. Никого не звать, никого не звать. Выйди, я сделал. Но они не дают, они меня завязали. Это что за смельчаки, прикинь? Как, братуха, выйди, говорит. Приколи, да. Слышишь? Брат, я завязан, как я выйду? Слышишь, который собирается зайти? А, ты завязан, что ли? Позаботься пока о сумме. О сумме? Да как я позабочусь? 10 лямов. Да я не с тобой разговариваю. Дайте мне поговорить со своими, чтобы я мог им сказать сумму, какие вы хотите, а потом уже сказать вам. Да как я поговорю, скажи, пожалуйста. Когда сюда выскочим, как братуху, скажи, да. Фара тоже с сотрудницами железка, где муцы чай пьет. У него же одна уц, единственная. Он сейчас здесь вылубился, он начал бы ей брать, я уже убили эту тему. Да, раз, два, три. Что, не варит, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да? Братуху. Они стоят, брат. Уходите, уходите, вы чё? У нас же на туре даже раз не было, брат. Да ладно, чё, у нас уходи, уходи, сразу было. Мне вас. Эй, наши их долбят, братья. Уходи, уходи. Давай. Аптечка тоже по-братски. Наши, с улицы кто-то шмаляет, приколи, да? Это, эти же ЛКН стреляют с улицы, прикинь. Это РМы? Это пивовар его вообще, по-моему? Наши не могут, а вот эти могут. Пивовары все, РМы. Это пивовары? Это кто вообще пришли сюда? I am. Это кто? Это РМовцы, русская мафия. Пивовары. Блин, на улице, брат, на улице тулят. Ты дурак, что ли? Залетайте в подвал, быстрее. Залетайте в подвал, Залетайте, залетайте. Подвал, заходите в подвал, все заходим. Подвал. Мужчин. Давай. А мужчинский хапаете, да? Да заходите, ну не обратно, вы что делаете? Ой. Ах, шаль. Заходите все, заходите, что? Нищета. Все, вот все. Все. Вот и все, подвал вот опять за нами. Вот и все. Молодой. На оборга смотри, на оборга. Вот и все. На оборга смотри, на оборга, как он в углу их долбит. Оборг легенда за слова отвечает. Кто там говорил, что нельзя вас вышибить? Что ты? Поднимайте лохму, поднимайте лохму. Отойдите отсюда, не сбивайте анимку. Можешь не сбивать анимку, Лё, отойдите. Врачи сами в подвал залетели. Аля, схаб, держите их, по-братски, оттуда никуда не выпускайте, просто держи подвал и все. Эй, пацаны, надо в подвал бежать срочно. Сотрудники, прикинь. Ты в натуре проехал там перестрелка наши с сотрудниками. Подъезжай туда сзади, мусора там. Наши впереди, брат. Да я понял, здесь мусора же стреляются с нашими, смотри, ты не видишь, что ли? А вот все. Поехали. Габа, что за движуха здесь? Все четко уже. Эти черти внизу, да? Я сюда раз 10. Их вон в Сашках они. Эти черти внизу, да? Да. Но мы многих убили. Пускай там и сидят чепушилы. Залезай, заходи. Пускай гниют там. Ассаламу алейкум. Ва-алейкум. Чё, блокада закончилась, что ли, усы? Амбу в городе. Ты где, брат? Я тебе говорю, мы как там держались до Талова, нет? Мы как снаружи, брат, сколько с ним воевали. Лахма. Они где сейчас? Вон внизу толпой засели. Вы местами поменяли, что ли, усы? За слова ты. Такие потомки в натуре мы устроили. А где этот Мирослав? Мирослав на 3 дня улетел уже. Мне уже нравится, когда я столько братьев вижу жизнь. Даже. Как вчера? Толпой залетим. Их очень много. Давай, там было, пошел, когда пошел. Я был. Это очень глупо было. Очень было. Там уже завалили. Ошибки повторять не будем, да, братья? Я вам сразу говорю, очень много. Они залетели, зарашили нас. 1, 2, 3, братья.
кто ели как, брат? Уже положили, лох. С каких там положили? Я не знаю, сколько вы человек положили, но там человек 20 минимум их было. Да-да-да, точно, точно. Так, это вот эти чепушилы, да? Да-да-да-да-да. Можно я думаю, чепалах сейчас дам быстренько, такого отцуску. Говори, что ты чепушила. У тебя зеленки нет. Так что я сейчас убью тебя. Гарантик. Ты я что знаю, как будто обращаешься. Тебе обращаюсь. Не-не-не, LGT сотка, скажи LGT сотка. Я тебя убью, если сейчас не скажешь. Скажи 3 секунды даю. Раз. Он уже сказал, я не чепушила, что с ним играть? Не, LGT сотка, скажи по приказу, LGT сотка, скажи. Раз. Приказы будешь выполнять наши. Я уже сказал. Еще раз скажи. Скажи еще раз по приказу. Приказы как собака выполняй, давай. Просто LGT сотка скажи. Ну скажи, LGT сотка по приказу. Вот по приказу скажи. Раз, два. Что? Кто? Что? Кто? Не знаю, кто. LGT, лохмаджу сотка, скажи, лохмаджу сотка, брат, скажи. Подожди, скажи. Говорит подожди, собака. Что, я не понимаю, что вы говорите. Подожди. Что, дурачок, что ли, вообще? Не, он дурачок, что ли? Ему 3 раза, 4 раза сказали. Он не понимает. Что за натуре толпа в этой хате, нет? Раха, это кто? Фарвак здесь, по-моему. Бахма, фара где? Фара где-то здесь на хате был. Оступился, что ли? Пара когда не оступлялся. Крысы, которые загнали сами себя в угол. Они на каких парах туда залетали? Мы-то хотя бы копов там держали, там что-то как-то, да? А вы вообще зачем туда ворвались, мне интересно, вот вопрос. Ну выходи сюда, вы же за нами пришли, выходи сюда. Или давай поехали в аэропорт на стрелку, если такой герой. Мы вам подарок принесли, заберите его. Мы вам на второй этаж привезли. Толпу только не поднимайте. А ну подожди. Тихо, я Горбажик. Чё ты так разговариваешь, кучеряво, ты не боишься, что ли? Человек маски. Кайф имею, так общаюсь. А если я тебя застрелю, сейчас тряпка. Ты сам тряпка, я не боюсь. А что, блядь, админ, откидывайте его. Откидывайте его. Спать надо идти уже, что делать, админы даже уже спать пошли.